Приветик от Карамельки. У нее тут сложная жизненная ситуация. Сейчас покажу, какая. Она решила быть опять везде одновременно. Сделала себе балкон вот из трубочки, чтобы вот из оттуда, из влажной камеры, можно было частично еще и тут тусить. Вот так. Вот. То есть вот там ее начало. Вот тут ее окончание и середина. Вот такая. А нет, на голову тоже тут уже пришла уж. Ну как скажи, ты же разговариваешь, я тебя слышу. Куда же без этого? Ну вот, я пришла. Что ты хотела? Что, завидуешь, хозяйка? Завидуй молча, да. Вот так вот можно. И вон там во влажной камере быть. Угу. И вот в этой трубочке. С фагном растягала, там он валяется, и тут валяется. Зачем ты его вытащила? Он там нормально лежал. Че тебе не так-то? Додельница. Она говорит, да я смотрела, там в принципе таким занималась Абахида, только неправильно на две версии сделала, а я продолжение. Вторую комнату, все нормально. Или балкончик. Кому что надо было, мне надо было дверь сделать. Вот я сделала. Она с ней уже какой день живет. Вышла посмотреть. Я же разговариваю, вибрацию она слышит. Да, вот там как раз про слух был разговор и про зрение змей. Зрение обалденное, движение увидела, плюс вибрация, все, вышло спрашивать, что за нафиг. То есть такие они, такие. Угу. Вот сейчас еще пальцем пошевелю. Сейчас это, о, пойду нюхать. Когда понюхаю, знаю, что это такое. Угу. Ну, Карамелька, да, Карамелька очень уникальная девушка. Дизайнер в душе, так что да. Она сделала лучше, чем просто дверь. Она продолжение комнаты организовала себе. Писали про уголки, короче, про трубы, ну, вот эти вот для воды пластиковые. У меня такие были, там есть на видео у тараканов. Змеям как-то один раз сложила, но они, пардон, все время все засирают, трубу в тоже, в том числе. Каждый раз их кипятить, как бы, ну, после засирания отмывать и кипятить надо, фигня получается. А вот этих трубочек у меня от влажных, одноразовых полотенец, хотел сказать влажных салфеток, одноразовых полотенец валом. То есть засрали, я выкинула, свежую положила и все. Никаких проблем.